Здравствуйте, гости и подписчики канала. Хочу вам сегодня показать такую замечательную поделку, которую мы сделали для ребенка в садик. Делали все вместе. Вы знаете, как обычно в садиках, в школах проводятся такие вот конкурсы. Праздник осени там. И нужно делать что-то своими руками. Вот мы изобрели такую замечательную вещь, на мой взгляд. И хочу вам рассказать, как мы это все делали. Такая замечательная у нас получилась ваза и цветочки. Цветы у нас сделаны, ну, из шишек, как здесь нетрудно догадаться. Шишечки надо брать. Так, сейчас вот покажу. Знаете, вот... Больше, чем больше раскрыта шишка будет, тем будут красивее получаться цветочки. Ну, значит, шишечки я раскрасила акриловыми красками. Ну, эти краски не очень хорошие, мне не особо они понравились. Вот до этого была гамма фирмы, вот те краски были лучше. А этими пришлось покрывать, конечно, 2-3 слоя, чтобы вот получился такой вот яркий, насыщенный цвет. Ну, ничего, тем не менее, получилось очень красиво. Дальше папа нам сделал уже такие вот железные штучки. Ну, они из железа. Вот так вот закрутил. И затем уже клеевым пистолетом. Ну, вот в шишечке так приклеили. Это у нас получились такие ножки. Замечательные. Так, что еще? Ну, листики мы тоже также приклеили. Все клеевым пистолетиком. Да, вазочка у нас сделана из тыквы. Это маленькая тыковка выросла у нас на огороде. Я ее обрезала, чтобы она стояла устойчиво. Вынула всю мякоть. Покрасила также акриловой синей краской. Вот это вот бусинки. Тоже наклеила пистолетом. Это рябина черная и красная. Вот, в принципе, в общем-то и все. Все просто. Внутри туда вот я заложила. Это даже не мох, можно мох, можно папоротник. Это я на даче также сорвала папоротничек. Все мы повтыкали. Получилась такая замечательная у нас поделка. Завтра мы с ребенком пойдем в сад, понесем ее для украшения нашей группы. Вот, в общем-то, и все. Кому понравилось, ставьте лайки. Если что-то непонятно, пишите в комментариях, обязательно отвечу. Всего хорошего, всем удачи!